Доброе утро всем. Мы, как всегда, гуляем с доберманом. Дорогие друзья, я под таким впечатлением от поездки в Берлин, я просто не ожидала. Берлин настолько прекрасный город. Боже мой, я никогда не была в Венеции, скажу честно, но то, что я видела, это вторая Венеция. Какая чистота, какое дружелюбие, а какой-то огромный труд создать все эти достопримечательности. Все настолько удобно, чисто, красиво. Короче говоря, моя душа просто ликует. Всем доброго дня, будьте счастливы, мир вашим домам. И сегодня я запишу эфир, где более подробно расскажу.